Всем привет, с вами Лена из Кипема. Я продолжаю искать квартиру для подружки Марии. Это у нас совсем близко с пляжем. Так, у нас вот здесь sitting room с балконом, с окнами на балкон. Ага. Гостиная. Ой, я подозреваю, что мне его прайс не подойдет. Но я Марии, конечно, озвучу. Угу. Кухонька. Угу. Холодильничек. Ага. Причем используется, там мясо хранят. Ну, они его могут оставить. Так, ага. Две кровати здесь. Можно использовать как одну, можно разъехаться. Вот эти шкафчики я люблю. Если у них есть ключ от этого шкафчика, то это вообще шоколадно. Такие шкафчики я люблю. Так, еще один туалет с кондиционером. Угу. Чем он говорит? А здесь еще на три кровати. Ну, я так понимаю, что это семейный рум у него. How much your price? First time you tell me price for my video people, for my subscriber in YouTube. After this I close, we will speak. Your traditional price for this apartment? For season and for now. Yeah, it's like now you think like 30,000, 30. For season. Two AC. Yeah, two bedroom, two AC with the all bedroom, dining, all in. All bedroom is have AC, mm-hmm. Lights, everything. Mm-hmm. Caladini, all. Okay. And you see the apartment, it's clean and it's nice. But for season price? Season price is very expensive. Okay. So we are charging 3,000, 2,500 per day. Okay. Like it goes to the 70,000, 80,000. Because this is family room for many people. Yeah. Sir, do you have apartment for half your price, not 30 for 15. How long do you want to stay? Maybe 1 month, maybe two. It's for rain season. We need the apartment rain for... Rain season we can make a price, you know. But 30,000... What's your price? 15? 15, I ask you. It's for the one bedroom, maybe it's possible. Maybe one bedroom before I see different... How long a day would it take? For 1 month, 2 months, 3 months? She's come in, she's told you, because it's not mine. Yeah, yeah, I know, but how long she will be? Maybe this week. No, but how long she going to stay? She's come in, she's told, maybe 1 month, maybe two, yeah. I don't know, but it's not 1-2 days, it's maybe months, maybe two, maybe rain season, well, I don't have information about her plan. That we can talk, no, you send him the place and then we can speak. Right? Yes, I drop her for you and she's told with you. She will speak with you, but my English is sometimes no mistake. Problem, no problem. You have same room? Same room downstairs. Downstairs. Ну, в общем, у него две таких квартиры. Он хочет по тридцатке. Но согласен поторговаться при отсутствии человека с камерой над душой. Поэтому как бы в сезон, даже в туристический сезон он сдает это, ну, огромным индийским семьям по огромным индийским деньгам. Вот. А так, если в сезон дождей на месяц, на два, на три, с ним можно будет сторговаться. То есть, да, это, конечно, дорого,
Но без камеры он торговаться будет. Он прям намякивает, что он готов торговаться. Но только когда придет клиент настоящий. Вот. И не будут у него с камерой над душой стоять. Вот, а вот здесь у него как бы еще одна такая же квартира огромная. Но эта квартира, я так посчитала, по кроватям на 5 кроватей. То есть у него в одной комнате 2 кровати и в другой комнате 3 кровати. То есть это получается квартира на толпу. А вон она, Джеймон Бейкери. То есть это фактически у нас на пляже. Почему я вам показываю? Потому что навряд ли у меня Мария выберет эти апартаменты. Поэтому я как бы сдаю локацию, где это находится. Вот. Вот она, Джеймон Бейкери. Ну и вот он уже, пляж, море. Все, мы уже пришли. Все. Всех люблю, всех целую. Не, ну мне кажется, 30 тысяч все равно дорого. Но две спальни с двумя кондиционерами и на 5 кроватей, ну может быть, не знаю. Я не могу понять, сильно это дорого или нет. Все, всех люблю.